Блять, я посмотрел твой видеоролик, что-то как-то передумал я открывать. Так что, ну купил бы, блять, на 10 тысяч бы, 20 тысяч, давай купим. Там, по-моему, раз, не и падает. Два, и два, и хватит. А хуй знает, вдруг сейчас затащишь. Яхта сейчас раз, первым кейсом. Да, вот тебе ну, нет, билетик, конечно, билетик в кино. Ну-ка 5 моменталок сделай. А стоп, знаешь как моменталку сделай? Нажми X5 и Escape. И чего? Escape, вот, давай обратно. О, годовщина 24-го. Да это так понятно, что выполнено. 12 уже, блять. Пес, Аркейн, жираф, зипхудис. Ну это GTA-шная. Ну-ка возьми, какая там, забери. Смотри в инвентаре просто. А не надо выходить. Она сама по себе прикольная. Что-то какая-то, не знаю. О, на рукавах GTA 5 RP. Да. И что, она редкая, типа? Ну как редкая, все равно. Нормальная. А ты X5 сразу рубани. И все. Ну, стики. Продолжить. Они нужны, блядь. Стики эти. Сейчас какой-нибудь. А. Ну. Билетик в кино. Самый крутой. О! Мессинг. Нормально. Что-то. Что-то, я в этом нихуя не понимаю, в одежде это ебучей. Это предыдущий, короче, квест с паракушком был. О, электрошокер. Это то, что нужно. Ну ладно, это я заберу. А, сука, их нельзя продать еще. Почему? А, ну да-да-да, кстати. За 50% хотя бы по этим. О, Стас. Вылитый. Сейчас какой-нибудь рюкзак упадет, этот Givenchy Star или какой там черный, который. То у тебя какой сервер? Альта. А, Альта, понял. О, блять, вот такую бы неплохо. Шрека. Вот чувствую, как я долго буду это все барахло продавать. Ну, тут на у ТП. Тебя немного будет. Ну каблук дайте хотя бы. Стас тебе не отдастся. Каблучара это, блядь. Билетик. Ну-ка пять моменталок сейчас сделай. Закрутит. У меня с Silver Case с моменталки падал этот Майбах Пульман. Нормально. Но это максимум из того, что было. Опа. Пойдет. Ну, вроде, кстати, прикольная. Билетик. Чё за... Чё они? Нахер мне нужны эти билетики? О, Стас. Да, моменталки крути. Смысл оттянуть кота за яйца. Боевой Стас. Не, ну я играть в любом случае не буду. О-о-о! Вот это нормно! Сколько у них рынок, интересно. Ну-ка, продолжить нажми. Ты ее все равно не заберешь. О, маска копателя. Вот это охуенное. Ну-ка, выйди. Зайди на рынок Авито. У тебя красный. Да ну нахуй. Ну да, видишь. Да не может у них быть такой рынок. У нас черная стоит 35 миллионов, что ли, или 25. Да ну ты гонишь, нахуй они столько стоят. Ну типа... 5 килограмм еще тем более. Ну она такая висит сбоку, знаешь как. Ну прикольно так-то. Я черную, фул черную выбивал. В том ивенте за 5 миллионов продал. И что-то тупанул, надо было подождать. Да, погнали дальше крутить. Короче... Это... Прикольная сумма. Нихуя себе. Блять, скриншот зачем ты сделал? Яхту еще дайте. Ага. Вот для полного счастья. Билетик для полного счастья и Стасика.
О, кстати. А, это рождественская. Это вообще с допотопного какого-то ивента. О, кстати, вот эта маска прикольная, она у меня есть. Опа, да, рюкзачок, ну, продолжить. Опа, тачечка. Ну, это залупа. Все равно прикольная. Чик, опа, вот это, кстати, тоже стоит денег, особенно черно-белая она. Футболка Хэллоуин. Ну, теперь X2. Оп, о, маска ведущая. А вот это прикольная. Оп. О, Лакоста. А ты говорил, нафиг надо крутить. Нападал. Слышь, может, нахуй эти голд кейсы и все. Я вчера, блядь, говорю, на 15 тысяч накрутил, ничего не выпало там. Хэллоуин, набери Хэллоуин. Блядь, реально, может, нахер нужны эти все? Давай голдов, голдов немного покрутим. А, стоп, заходи, давай это, как они. Подожди, там же еще лягушка еще. Да, это-то забей. Нихуя, это самое прикольное, ты чё? Я из всего этого, мне только вот... Вот, мне только вот это и понравилось, блядь, всё остальное хуйня какая-то. С лягушкой ходить. Валк прикольная. Пойдем это, как его, этих броников. Штук 15, нахуй. Тоже моменталка, как думаешь? Да не-не-не, давай так покрутим. Вот этих... сначала 5 обычных, а потом 5 моменталок. Сейчас силовая броня. Ага. У меня вот такое есть. Сейчас Гуччи черный упадет. Ты там с кем-то договорился с админов или что? Нет. Да, хотя бы Беленсиага черная. Тоже было бы неплохо. Он Гуччи. А мне падал такой Гуччи. Пацанам белые страпсы вот такие пораздавал. Блять. Давай 5 моменталок. Оп, белый суприм, копилочку. Оп, говно, продать. Хуяк, говно. Чик. О, суприм. Хуяк. Понятно. Давай еще 5 моменталок. И... Эти супримы, наверное, ну, 1050-то стоят, нет? Забирай. Этот нахуй не нужен. Чик. Залупа. Хуяк, суприм. Пусть будет. Чик, залупа. Ничего, а где силовая, не понял. Пойдем это лучше. Ну и давай еще X5. Да? Да, сейчас точно силовая. Ну силовая сейчас должна. Да, вот силовая. Опа. О. Ну это такое себе уже. Да ладно. Заезженная тема. Ну оставься, пускай будет. Силовая. О, белый страпс. Ну 50 тысяч это стоит у нас. Ну хуй там. Ну ладно, Пёрбери тоже неплохо. Чё она стоит, да, интересно? Не знаю. Давай голды. Давай, короче, знаешь как, стоп. Ну-ка. Четыре раза, короче, X5 через Escape. X5, Escape. Escape нажимай, да. Ну ты сразу резко нажимай. Давай еще три раза так. Ебать. У тебя прям тактики такие жесткие. Только да? Я сам так крутил. Давай X5, Escape. Оп. Погнали дальше. Все равно денег дохуя. Давай еще. И четвертый раз. Да ладно. Нет, это не тебе. А теперь открывай. А, это годовщина. Да-да-да, теперь просто открывай. Не заходи в подарки, не надо никуда заходить. Просто заходи в кейсы и давай покрутим. А там будем просто в чат наблюдать, как я это делал. Смотрю, такая джеска падает. Оп, Мерседес. Ну это не нам, это не нам еще. Давай, крути. Пулит опаген.
Ну я потом другую выбил, я ее затюнинговал. Продал, правда, потом. Но катался я на ней долго. Ну-ка. Не, ну хер. Конечно, хер. Естественно. Такой жесткий байк. На секунду. На секунду я поверил. Хоть бы сменка упала, что ли. Заходи в мои призы, давай посмотрим. Что там хоть упало? Там скорее мерс лежит. Ну-ка вниз. Погнали. Продавай эти тачки эти. Моменталкой давай. А что тут вообще? Что тут? Да тут нормально может упасть. Блять, тут X5. Ровер хочу. Тут X5. Чисто 5. Ой, моменталки крути вот эти. Тут в чем прикол? В моменталках. Чем прикол в моменталках, тут по-любому в 5 должна какая-то тачка упасть. Ну, из 5. Вот, видишь? Одна да по-любому упадет. Да, это випка. Хуяк. Вот эту черную у меня прям тоже интерес пиздец ее выбить. Что-то там желтая была бэха какая-то. О. Слушай, в натуре из 5 точно машина какая-то падает. ВАЗ-21-10. Вот, вторая, две. Блядь. Третья. Почти. Эти такие, если можно моменталкой крутить. Thank you.
Видно, не судьба. Видно, не судьба. Видно, Стазу говно нахуярился. Погнали. Хотя бы рюкзачок какой-нибудь, что ли. Вот, вот с таким открытым вот ртом. Гробик бы, блядь. Вот маска с таким открытым ртом. Лол. Мини-карта уже, блядь, под лям где-то стоит. Серьезно? Да. Я за лям 100 купил. Пиздец. И что, он валит? Почему? Просто, ну, маленькая тачка. 240 он где-то едет, 220. Вот это бы хотелось, в принципе. Это прикольно. Тоже где-то под лям под 900, по 800 продают. И красные тачечки все пролетели. Давай следующую этой моменталкой. Сейчас как выбьем нахуй кибертрак нахуй. Вот X5 моменталка, нажимай. Чик. Блять. Ну! Такое. Курилка. Хуяк. Правильно же. Давай. Не дает. Ну, где? Где? Не, не хочу. Хочу растянуть. Хотя, уже, конечно, веры мало. Веры, в общем-то, уже и нет. Конечно, стики, блядь. Даже нахуй не кеды. Сейчас, блядь, внутри опять пойдет донатить, нахуй. Не, ебал я. Ну, походу не отличаются шансы у чувака, у которого, блядь, YouTube канал, и обычного чувака. Вообще. Да вот Булкин крутил ему вообще тоже там одна тачка упала. И все. Блять, вот эти красные угиба упали, вот эти сапоги большие тоже там стоят пиздец. Вот что ж у яхты так не остановилось, блядь. Не замедлилось. Прям по селёдочке. Да. Ну что там, давай по призам посмотрим. Так, ну что мы имеем? Стаса. Чё Стаса? Кофту вон. Розовую с подтяжками. Сумка Валк. Майнкрафт. Сумка зеленая, вот футболка зеленая, вот это вот Хэллоуин тоже как бы. Надо просто. Лакоста. Да, Лакоста. Ну, рюк, броники. Как бы. Пофиг на них. Вот маска Анонимус. Nissan 350Z, блять. Виткина целый год, и он... А, блять, а где эта машина, которая нахуй у меня? В призах, просто смотри. Вон она, а, вот она. Интернационал, бля. Харвестер, чё, она вообще стоит хоть чё-нибудь? Да нисколько она. Thank you.
Пули топоген!